Приветствую вас, Анастасия. Я бы вам в первую очередь рекомендовал бы послушать мой ответ на VIP-вопрос. Вот в разделе VIP-вопросов там было. Вот. Несколько, ну, не такой вопрос, как у вас, но несколько похоже, наверное, что ли. Ну, вот, вы можете послушать его, там есть некоторая информация, которая, ну, может быть, вам будет интересна, может быть, вам будет полезна. Вот, по ситуации. Ну, мне в первую очередь кажется, что вы в какой-то степени вот позиционируете себя как жертву в целом, вот в ситуации, например, со своим мужем, мне кажется, что вы жертва, вот, ну, мне так, опять же, как кажется. Я не претендую на истину, да, но вот мне, например, кажется, что, что вы вот, ну, позиционируете себя как жертва, вот. И мне кажется, что сын, он копирует ваше поведение, мне кажется, что ваш сын также себя ведет, вот, потому что, ну, вы как бы жертва-то жертва, но вы же как бы боретесь с этим, вы же это, условно говоря, пытаетесь скрывать, вы же требуете от себя быть сильной, вот, это, кстати, неплохо, что вы пытаетесь быть сильной, вот, просто мне кажется, например, что вы не умеете быть слабой, мне так, по крайней мере, кажется, вот, мне кажется, что вы не умеете показывать свои эмоции, вы не умеете демонстрировать свою, собственно, слабость, вот, и в какой-то степени вы сами, на мой взгляд, по крайней мере, довольно тревожный человек, и, ну, так это, по крайней мере, выглядит, вот, что вы тревожный человек. И эта тревожность, мне кажется, передается же вашему сыну, в результате он вот ведет себя вот так. То есть понятно, что не только в этом дело, понятно, что есть как бы разные варианты, понятно, что есть разные моменты, понятно, что ситуация действительно непростая, но то, что у сына есть, у вашего сына есть вот некоторые такие непрожитые чувства, например, связанные с папой, т.д. Вот, и связанные, например, с конфликтом определенным, да, вот, то, что у вашего сына это есть, это факт. И, на мой взгляд, это вот такой достаточно важный момент, потому что, ну, вами он может просто игнорировать. Вот, значит, что-то не проговорили со своим сыном, да, вот, что-то не проговорили, что-то не озвучили, и все, соответственно, то есть сразу это бьет, на мой взгляд, достаточно
достаточно сильно по психике вашего ребенка, потому что, ну, он, вероятно, действительно такой вот чувствительный человек, вот, чувствительный ваш сын, вот, и, ну, вот, такое происходит, вот, то есть здесь, ну, на мой взгляд, важно именно отвечать искренностью на искренность. Вот. И хотя вы это делаете, ну, мне кажется, что не полностью, мне кажется, вы искренне, вот, не сами, самой вам, на мой взгляд, сложно выражать свои переживания. Вот, на мой взгляд, вам самой ну, достаточно трудно кто вот говорить о том, что вас беспокоит, вот, связано это, понятно, с тем, что у вас вот, ну, имеет место быть такой опыт, вот, ну, достаточно непростой опыт, когда вам нужно было проявлять силу и так далее. То есть дело здесь, мне кажется, не в том, чтобы помогать вашему сыну. Дело здесь, мне кажется, в другом. Дело здесь, мне кажется, в том, чтобы вам как-то разобраться с собой, разобраться в себе. Вот. И чтобы разобравшись в себе, уже как-то вот двигаться дальше, да, и выстраивать отношения с сыном, ну, такие вот искренние и так далее, да, вот, то есть почему-то вашего сына это задевает, почему-то вашего сына напрягают какие-то вещи, вот, и само по себе это может быть и нормально, но правда в том, что как бы ему это больно, как вот справляться с болью, да, с негативом, как справляться с определенными переживаниями, ваш сын не знает. Вот. И как мне кажется, его вы этому, ну, просто не научили. Вот. А было, скорее всего, потому что не знает сам. Вот. Вот эта вот идея о том, что, ну, что мой сын, значит, не такой, да, эта идея о том, что они говорят все, там, не про моего сына, да, вот, и так далее, что он, на самом деле, он, там, другой, и так далее, эта идея, на самом деле, на мой взгляд, не очень хорошая, потому что это делает вашего сына, это делает в какой-то степени именно жертвой, вот. И вот это вот ощущение несправедливости, которое вы транслируете, при том, что оно может быть вполне реальным, при том, что оно может быть вполне адекватным, да, вот, оно, это ощущение несправедливости вашему сыну только вредит, на мой взгляд, и ничего не дает, кроме вот, ну, какого-то негатива, кроме какого-то ощущения, что вот со мной что-то не так, да, и кроме такого вот чувства, что со мной как-то вот не так обращаюсь, что на самом деле я лучше, на самом деле, то есть это не заслужит, понимаете? А вот, то есть, ну, по сути, вот, как мне кажется, здесь проблематика вот такая, по большому счету, вот, и
повторюсь, основная идея, на которой вам надо бы, на мой взгляд, заострить свое вот внимание, да, это как раз-таки идея о том, чтобы вот принимать реальность такой, какая она есть, вместе с ее вот, ну, вместе с негативными определенными моментами, вот, которые есть, которые имеют место быть, и которые, ну, вот, так или иначе в нашей жизни присутствуют. Вот, хотим мы этого или нет. Вот. Как-то так. Такой, как какой-то вот. Такая какая-то вот обратная связь у меня здесь вот вам может быть дана. Вот, то есть, понимаете, в чем идея, да, идея в том, что хочется пожалеть вас, пожалеть вашего ребенка, это чувство на самом деле не очень хорошее. Вот. И, конечно, я не очень уверен, что вы готовы над собой работать, я не очень уверен в том, что вы готовы в себе что-то менять, да, не очень в этом уверен, честно говоря, но я думаю, что если вы действительно хотите вот ситуацию изменить, то вы так или иначе, ну, обратите внимание на определенные проблемы именно в своей, именно в своей психоэмоциональной сфере. Вот, именно в своей психоэмоциональной сфере вы увидите определенные сложности, определенные трудности и определенные проблемы, которые, собственно, и нужно будет решать. Вот. А сын является вашим отражением, вот, эту мысль я повторяю из своего ответа на похожий вопрос, как я уже говорил, вот, и на мой взгляд совершенно бесполезно пытаться помогать сыну, когда вы сами-то, в общем-то, находитесь не в ресурсе, вот. А на мой взгляд, это абсолютно бесполезно, на мой взгляд, это отдает достаточно сильно неким таким лицемерием, вот, ну, я вас не обвиняю ни в коем случае, я просто говорю, что, возможно, вы не задумывались, да, вот. И школа, как ни странно, она могла бы научить вашего сына, да, гораздо большим моментом, нежели чем вы думаете. То есть, да, там может быть, ну, нелегко. Это правда. Это правда. Вот. Но и опыт, и отношения, и люди в той же школе будут другими. Это тоже важно понимать. Это тоже важно, в этом тоже важно давать себе отчет. И это будет сыну полезно, как полезно было бы сыну несколько больше общаться с мужчинами, то есть именно вот мужских фигур, мне кажется, не хватает в, ну вот, в вашем окружении сейчас для ребенка. Вот.
он мальчик, а его, по сути, окружают женщины, вот, понимаете, какая штука, вот, поэтому сложность, на мой взгляд, именно в этом, но сложность в этом, на мой взгляд. Это нужно исправлять, вот, нужно этим работать, вот. Я бы сказал, что вам можно было бы демонстрировать в большей степени свою слабость, вот, свою уязвимость, учить своего ребенка этому. Вот, учить своего сына подобным вещам, вот, и, соответственно, ну, как бы обращать внимание, больше обращать внимание на идею личных границ. То есть личные границы — это то, что очень важно, когда мы говорим про, ну, вот, когда мы говорим про контакт между вами и вашим сыном, потому что сейчас ваш сын, он знает, что, вот, что бы он ни делал, например, да, вы будете на его стороне, вот, он может вам пожаловаться и так далее. Вот. Это неплохо, но... на мой взгляд, это не позволяет вашему ребенку учиться самому справляться с трудностями, которые так или иначе в его жизни будут возникать. И, на мой взгляд, это, ну, довольно серьезная проблема. На мой взгляд, повторюсь, это довольно серьезная проблема. Вот. Потому что рано или поздно вашего сына не будет рядом с вами. Рано или поздно бежать и жаловаться кому-то он не сможет, и вот, как бы, вопрос, касающийся того, а как быть тогда, он, ну вот, на мой взгляд, остается достаточно открытым и достаточно серьезным, потому что, ну, как бы, своих навыков у вашего сына пока нет. Вот. Мне показалось, что вы чувствуете перед ним какую-то вину свою. Вот. Я, в принципе, как бы, ну, рад был бы ошибаться, да? Вот, рад был бы ошибаться, если бы, ну, в том, что вы не чувствуете свою вину. Но мне показалось, что вы чувствуете свою вину все-таки перед ним. Вот. И мне кажется, что это довольно очевидно, если вы чувствуете свою вину перед сыном. Если вы чувствуете свою вину перед сыном, то ничего удивительного в том, что он вот чувствует себя несчастным, к сожалению. Вот. Поэтому, конечно, это все неприятно, вот, ну, безусловно, да, безусловно, это все неприятно. Вот. Но в первую очередь, мне кажется, что вам нужно обратить внимание именно на свои чувства. Вот, в первую очередь, мне кажется, вам нужно обратить внимание на то, что вы чувствуете себя виноваты. И в первую очередь, мне кажется, что вот вам нужно, ну, обратить внимание на то, что, ну, как бы, что вы довольно сильно,
ну, себя обесценивать в этом контексте, вот. И, ну, именно вот в контексте, именно вот в контексте взаимодействия с сыном, то есть вы не показываете своих личных границ. Вот. Мне кажется, это, ну, вполне такое себе обоснование, вполне такое обоснование того, что он вот так себя ведет, в том числе. Поэтому поработав и с чувством вины, поработав и с вот, вашими границами, да, вот, и может быть в какой-то степени, ну, научившись лучше их чувствовать, да, вот, чувствовать свои границы, лично, мне кажется, что вы могли бы делать успехи, вот именно, ну, именно вот в плане дальнейших своих действий, в плане организации взаимодействия со своим ребенком. Вот. Мне кажется, так. Вот. Ну, опять же, это все больше про мои предположения, вот, потому что могу не знать каких-то вещей, я могу не знать каких-то нюансов, вот, могу не знать каких-то аспектов вашей, ну, вот, ситуации, да, вот. Но я очень надеюсь, что вы обратите на это свое внимание. Я очень надеюсь, что вы, может быть, подтвердите сами, да, или опровергнете сами же то, что я говорю сейчас. И, может быть, вам будет это как-то вот уже, ну, более, может быть, понятно. Уже сейчас было бы весьма неплохо, если бы вы давали своему сыну, у вас уже такой достаточно взрослый, мне кажется, для того, чтобы давать ему возможность самому отвечать за свои, ну, действия, за свои поступки, за свои выборы, за свои решения. Вот. Сейчас этого практически не происходит, к сожалению, как мне кажется, и ничего хорошего из этого не получается. Вот. А вы же вот говорите, что там, как могу, я там пытаюсь там что-то делать. Вот. Это хорошо, что вы как можете пытаетесь что-то делать. Но, на мой взгляд, здесь нет ничего из того, что вы реально можете. На мой взгляд, вы себя обманываете, когда пытаетесь перед ним быть той и такой, какой вы не являетесь, вот, к сожалению. И, в общем-то, сын тоже, у сына тоже не получается быть собой. Вот. То есть он видит там, условно он видит там, не знаю, врагов, к примеру. Он видит врагов, да, вот, ну, в своем окружении. Ну, допустим, к примеру. Вот. Потому что вы, вероятно, видите врагов также где-то. То есть это все вот
это все больше про вас, это все больше именно вот про, ну, про ваши чувства, это все больше про то, как вы относитесь к себе, вот. Как мне кажется, по крайней мере, вот. И, соответственно, с этим нужно работать, вот. Так или иначе. Вот, значит, что еще мог бы я вам сказать сейчас? Давайте пройдемся по вашему тексту. Значит, вот ребенок видится периодически с отцом, да? Вот, это хорошо, что он видится периодически с отцом, но важным моментом является то, какое наполнение у этого взаимодействия, да? Вот, то есть, ну, какое вот наполнение? То есть как сын взаимодействует с папой, собственно говоря, да? Это важно, потому что если этому не уделять достаточно внимания, вот, то может быть такое общение вообще вредит вашему сыну. Может быть. Повторюсь, я не знаю. Я не знаю, как там, обстоят дела. То есть, может быть, все хорошо. Вот. То есть в плане, что, ну, может быть, никакого вреда нет, да, и может быть, папа тот же делает все идеально для своего ребенка. Вот, но мне так вот, к сожалению, мне так, к сожалению, не кажется, вот. Ну, повторюсь, я могу ошибаться, поэтому я не хотел бы, знаете, как-то вот, ну, не знаю, настраивать сразу вот, там, вас против отца, да, ребенку, потому что, ну, человеку, я имею в виду, мальчику, нужно это общение, ну, вот, и ни в коем случае я бы не хотел ни в коем случае, там, ну, мешаться, да, ну, вот, поэтому тут, мне кажется, есть свои определенные нюансы, вот, поэтому давайте не будем уходить в обвинение, да, вот. Но постараемся со всем разобраться, вот. То есть общается ваш, значит, ребенок с папой прекрасно, что общается, супер, вот, но как бы момент в том, да, вот что ему, как это вообще не имею. Вот, важно с отцом поговорить, чтобы отец был словно в курсе, вот, чтобы отец понимал и знал, как обстоят дела с его ребенком, вот, чтобы он как-то вот участвовал в этом, вот, помышки поговорил и так далее, потому что, ну, по факту сейчас ваш ребенок вообще не умеет вот как бы реагировать, да, на там вот какие-то вещи. Ну, то есть я имею в виду, он болезненно реагирует там на то, когда его там дразнят и прочее. Вот, к примеру.
мне кажется, это такой достаточно тревожный момент. Вот, не хочу вас, конечно, ни в коем случае пугать, но мне кажется, это довольно-таки такой тревожный момент. Вот, потому что, ну, в жизни много будет людей, кто будет его так или иначе, прикалываться над ним, смеяться и прочее. Вот. И адекватно на это реагировать необходимо, на мой взгляд. Вот. Если человек этого делать не умеет, то, ну, как бы, на мой взгляд, это проблема. На мой взгляд, это такая вот, ну, довольно серьезная проблематика. Вот. Вот, наверное, как-то так, наверное, я бы мог ответить вам на вопрос пока что. Вот. Безусловно, вам нужно, мне кажется, проживать вот самостоятельно вот этот конфликт, который у вас с папой возник. Ну, с папой ребенка, я имею в виду. Драму развода, вот, необходимо разобрать, вот, потому что вероятно, что вы, ну, болеете этим еще пока что. Вот. И, в общем-то, это может оказывать на вас такую вот оказывать на вас существенное влияние. Это может все вместе может оказывать на вас существенное влияние. Вот. Чего мне, например, ну, понятное дело, не хотел. Безусловно. Потому что, ну, мне кажется, что, например, что вы там достойны большего, да, и что вы в целом кажетесь мне хорошим человеком, таким добрым, отзывчивым, теплым, очень. Вот. Просто этим, ну, нужно вот уметь пользоваться, вот. А иначе этим будут пользоваться другие люди. Вот. И, собственно, как мне кажется, именно это и происходит. То есть этим пользуются, вот как мне кажется, этим пользуются другие люди. Вот. А хотелось бы этот момент исправить для вас, ну, чтобы вот вы не чувствовали себя плохо. Вот. Поэтому, прежде чем помогать сыну, да, вот, я бы рекомендовал вам помочь себе. Вот. И рекомендовал бы вам обратить внимание на себя, в первую очередь. Вот. Я бы так это сказал, на самом деле. Я бы вот такой дал бы вам ответ. Вот, с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот, значит так, что еще? Сейчас еще посмотрим, значит, что еще написал. Так, конфликты, ссоры, ну, конфликты, ссоры, да, достаточно болезненно влияют на человека, это, к сожалению, правда, вот, это, к сожалению, правда, к сожалению, это действительно так, серьезно это влияет, негативно это влияет, да. На человека. Вот. Это купируется. Это купируется. То есть это, ну, с этим, если работать, да, то это купируется. Вот, это купируется. То есть это не страшно, на самом деле. Как мне кажется, по крайней мере, это не страшно. Вот, это неприятно, конечно, да, но не страшно. Вот. Дальше. Так, сейчас конфликт. Вот вы говорите, у меня конфликт с этим. Это не у вас. Это у сына. Нужно это отделать. То есть, понимаете, да? Личные границы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго и удачи.